Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Knock on the Coffin Lid. Так, давайте понизим уровень сложности до средней. Ну и, наконец, пройдем игру. Будем играть за жадину. Просто, понятно. Пойдем по самому простому пути. Хватит уже этих экспериментов. Говорит, ты, наверное, расстраиваешься. Да какой там? Уже все стадии пройдены. Не будем изобретать велосипед, пойдем по самому простому пути. Ты что, решил передохнуть? Ну да. Не передумал? Волчара позорный. Тридцатка. Тридцатка, тридцатка. Мне сотка нужна, чтобы выкупить чувака, поэтому хрен его знает. Нам не стоит так рисковать. Ну, чуть-чуть хп потерял. Вышел к лагерю разбойников. Подойди к клетке. Теперь идем к мародеру. Ну, смотри, у нас еще какой союзник хороший. Только не меня бей, а вот этого мудила. Вот это правильно. Не стал затягивать бой, можно было, конечно, отжать пару копеек. Выжить соки. Восстанавливает 20 здоровья. И она не сгорает. Вообще любопытная вещь. Может быть, и можно было взять. Не знаю. Десяточку хочешь затырить? Ну, неплохо он себе брони наставил. С ракет? Мы точно среднюю играем.
Какой отстой? Да, много он. Много снес. Ну это его добьет. Я просто выбросил бабки. Ну и ладно. Победил. Какой ценой? Прессинг. Дополнительная карта в начале хода. Стоит она 0. Ну это хорошая вещь. Это надо взять. Ну вот и все. Грустный тролль какой-то. Сейчас ты перестанешь нас грустить. Кровоточащая рана особая. Хнык, хнык. Такой хнык, хнык покажу, падла. Ну как, хнык? Хнык? Убью на месте. Бабки гони. Ну вообще 20 хп я потерять бы уже совсем не хотел. Ну правда за полтинник. Фиг его знает, стоит это того. Ну да, ну в среднем 5 времени 20, а он же или этому, ну или этого чувака, или меня бьет. Нормально оставим. Ну прилетит, значит прилетит. Сорок Колотушка. Ну, колотушка мне тоже нравится. Надо взять. Лисья шапка. Ну, смотри, какая халява. В самом начале лисью шапку дали. Да все, мы прошли. Ну, все, прошли уже. Ну, она дает уклонение за... И... Восстановление здоровья десятки и уклонение за состояние. А у меня жадность просто. Постоянно. То есть у меня будет уклонение и восстанавливаться здоровье. Ну и где здесь можно там что-то налажать? Тут без шапки-то можно пройти. А с шапкой так это вообще... Лазучек. Сейчас поможем. Единственная проблема это потерять союзника. Мне его надо в жертву принести.
Не ори. Давай еще силу. У нас у всех уклонений вообще ничего нельзя сделать. Хоть 30 бей, хоть 300. Давай ботинки возьмем. Амулет тролля. Давай возьмем. Амулет тролля. Энергия, регенерация. Ну, мы полностью уже упакованы. Вопрос только немного сил, чтобы быстро завершать поединки. А откуда вот это ко мне приходит? Что это такое? Золотоискатель. А, вообще, кстати, зря, наверное, взял золотые доспехи, я же бабки теряю. Мне вообще нельзя получать урон и терять бабки. Никак я не найду хороший вариант, как использовать эту карточку. Гнев. Мне кажется, она очень хорошая. Просто не складывается. Не хочешь кожаный щит? Да нет, просто возьмем, продадим. Рифленый топор. Ничего себе. Ну, он дорогой, наверное, для продажи. Наверное, сотку будет стоить. Мне 10 здоровья дает. 5 ловкости. Так, давай прочитаем. А золотой, оказывается, он что-то так. Враги наносят двойной урон. Вместо получения урона от вражеских атак отнимается золото. Эффект длится, пока есть золото. Не лучший материал для брони. Почти бесполезное. Но только не для золотоискателя. Ну хотя я сейчас уворачиваюсь, какая фиг разница. Утереть золото уж очень не хочется.
Золото это очень важно. Тренировка. Колотушка или прессинг? Колотушка или прессинг? Наверное, все-таки прессинг. Будем его брать чаще, потому что внутри это прям очень дорого. Чемпион. Какой еще нахрен чемпион? Ну, кстати, вот этот вопрос. Как бить-то? Здесь, во-первых, часть урона пропадает. Давайте по этому все-таки. А что это такое? Блок не спадает. А что это произошло? Что-то ни хера не понял. Ну, вроде не было уклонения. Ну, а какая фиг разница? Все замочим. Знаете, вот бутылочку. Попейте. Водичка. Щитом или на щите? Но самое главное не затягивать бой, вот чтобы мой не подох. Все остальное это фигня, здесь все передохло. Думаешь, 92 это выглядит страшно. Но страшно должно выглядеть 9 уклонений. В следующий раз, когда я дам мешком по башке с монетами, ты уже не увернешься. Понял, сука? Мы тебе объясним. Говнюк, снять вот самого слабого бить. Какой ты чемпион? Ну, бьет... позор просто. Получай. Молодец, хотя бы одно уклонение есть. Ну естественно, ну блять, 58 на 4. Ну сука просто. Ну, твою ж дивизию, ну как так? А я ничего не могу сделать, ни карточку вытащить, ни дать ему там какой-нибудь броне. Ну по мне бей, ну сука. Отлично.
Азарт боя. Ну вот и все. Башенный щит. Только половина блока. Только половина блока сгорает. Ну что, амулет вспышки взять? Медалька? Медальку я хочу взять. Скорее, скорее медальку. Амулет смерти. Прям пачку предметов. Чё так тормозит? Как играешь за жадину, что-то начинает тормозить. Может, это просто ускоренная анимация. Давай уязвимость быстрее, а тут какие-то регенерации. Какие нахрен регенерации нам тут? Так, пить эту дрянь я не хочу, я хочу в жертву принести. Покинутая деревня. Опускать кузницу. Видимо, улучшилась какая-то карточка. Но какая? Ты видишь? А, он предмет нашел, наверное. Раздобыл кое-какое снаряжение. Просто звук такой. Маска провокатора. Да все фигня. Кстати, может быть, я и не прав. Раз медаль дали, надо было идти через большее количество сражений. Но уже все. Для меня же сражение — это возможность бабок заработать. Гниющий медведь. Это был какой по счету? Пыльный мешок. Значит, мне это копье нужно. Да, надо было вот так идти. Черт. Забота о предках, но здесь мы подеремся. Но все равно потом будет сундук. А может, не драться, просто зомби-улов. Давай зомби-улов. Халява.
Выйдя на берег реки, заметил восставшего мертвеца. Он запутался в рыболовных сетях. Решил избавить тварь от ужасной недожизни и заодно потренировать коронный удар. Дать ему мешком с монетами по башке. Говорит, а поговорить? В следующий раз. Удачная находка. Доспех таланта. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Ну, кстати, тогда вот этот прессинг немного мешается. Что он может дублировать. Же хитрый. Так, сумасшедший алхимик. Взять зелье или не взять? Да мы можем продать. За двадцатку. Непонятно, что он дает. Так. Бронированные зомби. Замочить, падла. Сила злата. Да, у тебя-то силушка-то уходит. Могу убить его за раз просто, нахрен отправить. Ну хочется же бабок с него стрясти, как с ложка с последнего. Бабки давай. Ну, смешно, конечно. Ладно, клатушка тебе по башке. Мало, но вот тебе еще выпад. Дает карточку. Именная броня. И дубина. Дубина нужна? Да не нужна она мне. Так, прирезать этого эльфа. Его жертва была не напрасна. Ну, конечно, конечно. Надо отдохнуть. Согласен. Уработался ты у меня. Колотушка. О, нормальная тема. Ну что, все, в принципе. Thank you.
У меня какая-то зараза. Откуда у меня какая-то зараза-то? Что ты несешь, родной? Усталость какая-то. У меня нет никакой усталости. Горение. Со сколько у меня классных штук. Зараза. Еще зараза. Ну а на что ты рассчитываешь? А, карточек мне просто напихать, фигово. Да меня это не особо пугает. Мало селенок. Как-то. Бабки давай. Утырок. Кастанулся 50. Но тебе это никак не поможет. Оттягиваешь неизбежное. Очень ты глупенький. Вот я себя настакал. 17 уклонений. По-моему, тут неплохо было. Бабки давай, утырок. Четыре проклятия замешивает и дает иммунитет к урону. Херня какая-то. Что-то более тупое можно предложить? Энергия броня. Дай тогда амулет воина. Но вообще сражений, конечно, остается очень мало. Ведь что тебе надо улучшить? Возможно, выпад с золотоискателя прокачать, и там будет тройная атака. Шлем свободы. Неплохая вещь, но не сейчас уже, когда у тебя есть шапка лисы. Тут торговцы-то есть еще где? Вот здесь есть торговец. Ну погнали через вопросительный знак, интересно. Что-то закроем. И вот так вот. Я, кстати, амулет не взял, у меня сила маленькая. Ну ладно, в следующий раз. Подготовимся лучше. Горение какое-то.
Бабки стрясти надо. Нифига себе, у меня почему-то здоровье не полное. Как это понимать? На что они рассчитывают? Даже я ни на что не рассчитываю. Какое-то фаер-шоу. Какое нахрен тут фаер-шоу? Какая фигня? Хотя это будет такой обычный. Так, давайте возьмем скорее другие предметы. Медалька. У меня и так все хорошо. Не все люди Северных Врат поддались демоническому искушению. Я встретил несколько местных жителей, нетронутых скверно. Они очень тепло приняли меня и умоляли убить Сигизмунда. Похоже, единственная надежда для этих несчастных. Денег, избавление, благословение верховных богов. Что такое избавление? Давай избавление. Может, от карточки можно избавиться? Удалить карточку. Ну вообще, я думаю, может быть, мне отказаться от прессинга. Оставить только азарт, чтобы... При дублировании мне не дублировался прессинг. Хотя, конечно, много карт мне тоже нужно. Уберите усталость. Он говорит, я могу еще что-нибудь удалить. Ты еще можешь что-то удалить?
А еще избавил меня от проклятий. Вот. Это четко человек понимает. Это проклятие самое настоящее. Играет со всяким шлаком. Да не надо мне надевать всякий шлак. Пятьсот золотых, говорит, есть. А если найду? А, тут, типа, он не перезаряжает колоду. Блин, ну эти шипы, они меня заколебали уже просто. У меня-то атака многократная. Надо подлечиться тогда, пошел нахер. Столько хп уфигачил. Ну чё, у тебя одна хпшка осталась, и ты ещё чё-то там споришь? Взрывная волна. Взрывная волна может пригодиться. А тут сражения-то еще будут? Торговец. Ну, выбор у тебя тоже не богат. Не впечатляет что-то вообще ничего. Ну ладно, давайте продавать свой шлак.
Так, а с чем я буду драться-то? Ну, понятно, что не с клинком мародера, это смех на палке. Ну, бабосы какие-то у меня есть. Какие-то. Здесь прям, ну, совсем ничего нет, что бы мне хотелось. Сокрушительный удар. Нужно мне взять огромную дубину. И все. Сколько же ерунды у меня. Так, 2800. Ну, можно удалять шлак. Ну, вот зачем мне это все? Ну, одну карточку, ну, можно оставить. Копеечный какой. Не, ничего интересного нет. Тут хоть 100 раз посмотри. Все. Хотите уйти? Да, уже хочу уйти. Хранитель страхов. Так, мне надо что-то менять сейчас. Нет, мне надо еще награду дополнительную. Шестьсот шестьдесят шесть хп у него.
Тетрафобия. Серьезно как? Ну что-то русофобия есть. А то ее что-то совсем много стало. А что это он сделал? Он крадет карты. Нихера себе, за это надо мешком по башке уже бить. Ну, настакается мне сила-то какая-нибудь. Силушка. Силушка, сигилушка. Не, не успокоился. Говорит, дай еще карточку стырю. Тяжелый удар, смертельный. Ну, видишь, тут все сгорает. Ну, пусть будет тяжелый удар. А щит это что? 4 блока. А, смотри, тут череп демона. Дает 10 силы. И 3 незаживающих раны, но 10 силы. Но она обнулит, Меленис. Это непонятно. Ну, нужно мне это, не нужно. Проклятие-то 3 штуки. Многовато. Не, не надо. Ведь что ты хочешь улучшить? Я хочу улучшить вот эту штуку, пусть она 3 раза атакует. Меч чемпиона? Конечно, конечно. Ё-моё, вот это подгон так подгон. Ну все, я готов. Что там еще надо? Корешки какие-то. Нет, под битву с Меленис можно взять. По-моему, мне ничего не надо. Мясо. Клонирует карточку из колоды. Браво! Наконец-то нормальное прохождение. Спасибо. Ни хрена себе. Смотри, вот это остался один на один. Без всякого титькомяния излишнего.
Чемпионский удар. И все. Едофобия или что там? Динофобия? Боишься динозавров? Что это такое? Пять раз. Ну ты думаешь, меня напугает? У меня столько стакается уклонение, что ты пять раз. Вообще ни о чем. Ведь еще один клоун появился. А что у тебя там? 50 урона из сушителя. Затянулся, конечно, уже бой. Карточку хочешь подкинуть какую-то дрянную? Не, ну денег жалко. Неплохо, неплохо. I hate. Ведь ненавижу, но я тоже ненавижу эту миленец. Are you ready to face Melenis again? Melenis. Sooner or later, you'll kill her, and then no one will stand in our way. Так, а тут что делать? По-моему, ничего не надо делать. Так, подожди, надо посмотреть, что мне дали. А что мне дали? Мне дали 3 азарта боя. Мне дали 3 азарта боя. Значит... Что это значит? Значит... Ты понимаешь, что это значит? Один мне потратить или два? А прессинг у меня... А, и прессинг у меня есть. Ну, давай так.
Тогда я же буду дублировать. Тогда чё мне? Не, наверное, азарт боя надо еще один жрать. Говорит, все, ты взял, что на правильной стороне. Вот это хороший вопрос. Ну, наверное, потому что не хочу быть на стороне такой сучки, как ты. Все что угодно, только не 4 карты осталось. Азарт боя он мне не дал. Говнюк. Ну, лишний ход, лишний стак силы. Так, ну мне, а да, у меня один остается. Это... Вот вопрос, сколько мне нужно жадности? Вопрос, конечно, открытый. Просто можно немного сжечь. Как мало. Ну да, конечно, тут кастануть. Уклонение 30. Ну кастануть говна какого-то на меня. Это на изи. В самый нужный момент у меня ничего не нормально не атаковало. Восемь уклонения, в смысле, сожру за раз.
Какие грязные трюки. Да хрен с ним, с этим тяжелым ударом. Возле него тоже это там не дышать. Ну что это за такое? Меньше добора. Ну пусть будет меньше добора. Меньше набора. Ну, грязные опять трюки какие-то пошли. Ты не можешь использовать. Ну, это отличный был удар. А где мой мешок с бабками, вот эта вся шляпа? Это вообще есть у меня? Есть. Только хер знает где. А, понятно. Что происходит? Кажется, ты сейчас умрешь. Подожди, а это говно у меня откуда все? Ну у меня один азарт боя. Зараза, ты подумай. Ну, получается, мне сейчас не... А, у меня еще один будет. Так, хорошо. Да, конечно, обидно. Столько карт. Истинная миленец.
5 уязвимости. Ну подожди, сейчас немножко хоть настакается. Это количество ходов, видимо. Так, 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 так. А где мой чемпионский? Блять, надо был чемпионский удар копировать. Ну что ж ты мне не сказал-то, но... Ой, какая глупость. Ну, понятно. Так, может быть, жадность подъесть? Колоду уменьшить. У меня 9 уклонений. Мне, в принципе, этого будет, наверное, достаточно. Ну, это, конечно, это супер ошибка. Как так вообще можно было? Ну, надо было, наверное, сначала взрывную волну использовать, потом удар. Но, опять же, ты не подскажешь, никто не подскажет. Мне надо настакать немножко хотя бы. Хотя бы на пол шишечки еще. А что это она 300? Она лечится? Что это 300? Что 300? Шутки за 300? А хо-хо, не хо-хо? Ну, она, наверное, сбрасывает себе эти навыки. Яд, горение, кровотечение. Ну, это смешно. Миленис, это смешно. Надо, кстати, уже действительно жадность-то скидывать. Ну, неплохо колоду почистил. Ну, просто 26 уклонений у меня. Запас-то какой, фантастический просто. Ожоги какие-то. Какие еще ожоги, нахрен? Чистая победа. Does someone who can't see the consequences of his own deeds need freedom? Нужна ли свобода воли тому, кто не видит последствий всего, что совершил? Персиваль выполнил свое предназначение, не зная о нем почти ничего. Из него выйдет славный король, который установит равновесие, порядок и мир. Я бы оставил все как есть, если бы мог.
Если слабый волк пройдет с тобой до конца пути и переживет финальную битву, он станет сильнее вожака волчьей стаи. Это такой как челлендж. Пройди с волком. Так, если бы погонщик телеги пережил нападение ликана, его судьба могла бы сложиться интересным образом. А, ну это какие-то... Самые, наверное, необычные варианты. Зря ведьмы решили сварить огни брата в котле. Они могли подружиться. Обугленный силуэт — это демонический привратник, а кто второй? Да я, может, кстати, его и не встречал даже. Попытка выйти на след убийцы могла бы стоить жизни эльфийскому патрулю, но на свою удачу они так и не догадались, кто убил эльфийского гонца. Какой-то грибник. Судьба раненого бандита как-то связана с проклятым мечом, но у меня не получается установить эту связь. Я думаю, что просто, может быть, после титров будет еще какая-нибудь часть. А, можно пропустить. Ну-ка, давай-ка пропустим. Короче, первая победа. Почти прокачались. Почти. Как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи в следующих сериях. Всем пока.